Добрый вечер, друзья. Смотрите, какой красивый торт мне приготовила дочь на день матери. Сама все сделала. Красота, красота. Смотрите, как сбоку. Красиво. Аня у нас уже некоторое время занимается тортами, украшениями тортов. Красиво уже у нее получается. Вот это, говорит, пион училась делать. Вот это. Вот это. Пионы. Остальные розочки. На День матери. С праздником. А это я пекла. Медовик. И вот что от него уже осталось. Большой был. Смотрите, размер самого торта. 12 сантиметров по высоте до украшения. И плюс 3, наверное, украшения. Вот какой большой. Кило 800 вес у этого торта. Пришло время, будем разрезать торт. Та-да-та-там. Мне подсказывают. Та-да-та-там. Давно не звучало это, да? Опа. Сейчас посмотрим, как он выглядит внутри. Вот, сейчас и споем еще. Очень аккуратно, Аня старается. Его даже... Очень высокий. Его даже жалко резать. Жалко. А куда мы его поставим? Его надо кусать. Но сначала вытащим и посмотрим, как он выглядит внутри. Достаем. Кусочек. О, как красиво. Раз, два, три, четыре. Это икра? Коржа. Икра? Это мармелад. Красный. Я думаю, что это мармелад. Крем. Это клубничка. Клубничка даже. Вот так выглядит внутри торта.